Всем привет, чувачки, с вами Милскайл. И сегодня у нас Аватария. Под прошлым роликом вы не набрали 100 тысяч пальцев. Это как? Но я вас не забываю. Вас как-никак очень много, кому нравится Аватария. Поэтому сегодня я решил снять Аватарию не один, а с моим сыном из Аватарии. Машина ехала, колеса терлись, вы не ждали нас, а мы приперлись. Здрасте. Так что я надеюсь, не зря я Богдана позвал. Ставьте как можно больше пальцев вверх под этим роликом. Ну а в прошлой серии у нас... Ярик создал фейковую страничку и решил кинуть бедных девушек на мебель. Но одна из девушек решила над ним издеваться. И серия в итоге закончилась в слезах. О, у тебя аватарка сасная. А, да, я красивый. Богдан Кирса, Аватария. Мир, где сбываются мечты. Дожили? Затянул меня в свое вот это кодло змеины. Ты знаешь, как отключить приложение, чтобы у тебя на странице не показывало? Вот. Все, никто не знает, что я играю в Аватарию. Правда, Антон? Это же видео никуда не попадет в интернет, эти ваши. Так, теперь нужно, чтобы ты попал как-то ко мне домой. К тебе домой, значит. Погоди, я меня тут кожу выбираю. Давай тебе имя подберем какое-то. Давай ты будешь Семен. Или нет? Я тебе какое плохое зло в этой жизни сделал? Ну просто ты не можешь быть Богданом, потому что спалят очень легко. Да как? Да почему? Нужно как-то сделать тебя секретно. Да никто не знает, как меня зовут. Я Бодя. Бомбомет. О, давай ты будешь бомбомет. Да без проблем. У меня улыбку ставить или не ставить, Антон? Ставь такую ухмылку, типа ты такой... Прям Я в Аватарии. Так, теперь нужно найти тебе мой дом, мой хаус. Говори адрес. Ты смотри, внизу, короче, есть там список друзей. У меня 5-й уровень, до 5-го звездочки. Уровень пятый. Ну, холосо. Так, погоди. Я пока что к какому-то Саше иду, блин! А, у тебя обучение. Все, ждем твоего обучения. Ох ты, ёпэрэ за тем! Слушай, ты уже реагировал, да, что типа в начале игры тебе предлагают в комнату фонтан приставить? Да. Установить фонтан. Щелкните, чтобы установить. Можно сюда вот снести ему нахрен диван? Давай закажем по чашечке кофе. Мне кажется, Саша ко мне неровно дышит. Ты, возможно, прав. А ко мне тут домой уже приходит без тебя, между прочим. Ты еще не пришел? Ко мне уже пришли. А я тут чашку кофе как бы пью. Бомбомет и Саша как бы пара века, блин. Тут какая-то девчонка, слышишь, пришла ко мне и написала кар-кар. Блин, ну точно пропалили. Мне подарили VIP. Мне кто-то подарил, это типа донат, прикинь. Мне подарили VIP статус. VIP. У тебя какой уровень? У меня большой. А уровень? Не, какой ты там листаешь сейчас? 11-й, а у меня чуть поменьше будет. А, ну еще чуть-чуть, подожди. Да нифига подобного, их все больше становится, блин. 8-й, Антон, в твоем, как бы, ты быстрее поднимешься до 8-го уровня, чем я долистаю до 5-го. Ты точно 5-й? Точно 5-й. А как тебя зовут, Антон? Ярик. Антон, как тебя зовут? Ярик. Ярик! Дима, Тоня, Ярик! Я думал, ты шутишь. Я Ярик! Я Ярик! Опа! Я иду к Ярику! Так, я там танцую посреди комнаты. А, боже ж ты мой, Богдан, боже! Че ты такой урод? Так, в смысле урод? Мне мама сказала, что это хорошая прическа. Выйди на середину комнаты. Я сейчас думаю закрывать квартиру. Да не выйду пока. Все. Антон, что за фигня у тебя творится дома? Что здесь столько цветов? У тебя похороны, что ли? А фонтаны тебя, значит, не смущают. У меня да тут нафиг праздник. Фонтаны, цветы! О, боже ж ты мой. Лицом повернись. Не могу. Можешь тебя подсадить? Да, вот он. Смотри, какой красавец у тебя. Садись на землю. Ты же штаны какие. Боже, пантера.
Ой, погоди, что-то меня прижало в туалет. Погоди. Ты куда? Ну, я думаю, он надолго ушел. Поэтому, пока его нет, я смогу поиграть в Warface. И сейчас все такие, типа, это что? А Warface — это офигенный, что самое главное, бесплатный онлайн-шутер, в котором более сотни видов разного современного оружия. И поверьте, не каждый шутер может этим похвастаться. А также в Warface можно играть с другими игроками или же со своими друзьями. Проходить совместные миссии во всех уголках нашего мира. В Японии, в Африке, в Сибири и даже в Припяти. Также Warface часто добавляет новые карты, режимы, стрелковое оружие, которое максимально соответствует боевым оригиналам. У игры низкие системные требования, но очень красочная и сочная графика. Поэтому попробуй установить себе, поиграть. Я думаю, она тебе очень даже понравится. А ссылочку на игру ты найдешь в описании. В общем, я Богдану не рассказывал и вам, собственно, не рассказывал. Сегодня у нас показ мод. Сегодня у нас будет топ-модель по-украински в аватарии. Я как украинец чувствую себя небезопасно. Так, ты победишь, я тебе отвечаю. Куплено все. Я победил? Окей. Короче, я закрываю квартиру, чтобы вообще больше никто не приходил. А зачем? А ты точно продюсер? Я сейчас пишу в чат то, что... Ярик, где сало? Устраиваю... Конкурс моделей. Я победил, все, закрыт конкурс. Кто за? Все. Если кто-то не за, я буду их выгонять просто отсюда. Модели уже отлично, тут. Отлично, демократично, так сказать. Смотри, плюсик, демократия плюсик. По-антонски. Плюсик. Все. Короче, мы с тобой сейчас будем решать, кто здесь будет оставаться, кого будем выгонять, там какие-то условия. Сегодня у нас, короче, будет мисс Аватария по-украински. Вот. Это да, это... Вот. Короче, знаешь, как конкурсы проводятся? Типа там, твое любимое блюдо. Вот если нам человек не нравится, сразу же его выгоняем, окей? А, да. Начинаем. Какой красивый мальчик вот тут стоит, погоди, вот сейчас вот сюда станет прямо. Ой. Ты про себя? А как ты узнал? Смотри, какая прическа. А похоже же на тебя. Только знаешь, немножечко... А вначале ты сказал, что я урод. Ой. Так, все, первый вопрос, Богдан. Сейчас будем выгонять людей, которые нам не нравятся. Какое ваше любимое блюдо? Борщ. Пюре с сосиской. Сало. Сало выгоняй! Она-то противная, нет, выгоняй. Нет, не это нравится. Топ-модель по-украински. Сало, выгоняй. Все, она не наша, она засланный казачок. Выгоняем? Хорош, она нафиг с пляжа, уходи. Все. Бань ее. Выгоняем, потому что тебе, потому что тебе не нравится сало? А это, погоди, а вопрос был что? Какое любимое блюдо? Я думал, нелюбимая, тогда она победила. Все, закрывай. Сосиска, ну типа сосиска слишком просто, выгоняй. Так, сосиска у нас это кто? Я не знаю, выгоняй любой. Ладно, давай выгоним вот эту вот, которая мне VIP подарила. Нифига ты благодарна, слушай. Не дарите Антону випов в аватаре. Видите, как поступает скотина. Так, кстати, людей все меньше и меньше как-то стало. Они сами выходят такие, ну нахер этот конкурс. Давай дальше. Они просто конкуренцию увидели в моем лице. Покажите свой ночной наряд. Начнем с простого. Нормально, ты супер простой. Кстати, сразу еда, потом наряд. Ты тоже участвуешь. Ну ты сразу победишь, ну типа, хотя бы поучаствовать. Это мой повседневный лук. У меня просто других вещей нет. Возьми в гардероб, зайди и там переодеться. Ой, я буду сейчас тигрицей, смотри, рокер. Так, это мой наряд. Кстати, ты же мой сын в аватарии. Ты забыл? С каждой минутой моему удивлению нет предела. Смотри, мы с тобой одеты одинаково. Папа, это ты? Папа, дай поцелуй. Все переоделись. Все переоделись. Даже ты. Я просто на себя посмотрел, не обращай внимания. Ты в майке сидишь? Вырежь. Конечно, да, все, смотри, все переоделись. Давай теперь думать внимательно, Богдан, думать. Не просто сказануть что-то и выгнать какого-то человека. Думать. Так, да, думаю. Кто тебе не нравится? Вот этот вот возле зеркала какой-то чувак стоит, этот противный такой. Мне нельзя выгонять. Да, вот только что двинулся. А, пап, это ты, сори, вот это вот девка возле меня такая. Что это она одела? Крош? Типа, это что? Это, нет, Вика. Вика, тебе не нравится то, что она оделась там в шортики и... Ну, типа, это же не вечер.
мне это, как будто бы на тренировку пошла вот в своих потных вот этих труселях. Нафиг оно мне надо, выгоняй. Ладно. Так, выгнать, все. Извините. Кстати, кто-то сам кикнулся с комнаты. Такой. Правильно, пока. Правильно. Что теперь? Как, что ты хочешь, Богдан? Хочешь, в купальнике все будут? А я могу станцевать. Так, смотри, давай сейчас следующий конкурс будет у нас конкурс купальников. Так, мы на это не договаривались? А, так тебе тоже нужно раздеваться. Только в игре, Богдан, только в игре. Я не понимаю, куда ты меня привел, трындец? Меня пацаны на районе не поймут, блин. Конкурс купальников. Нас же дети смотрят, Антон. А я до этого, там, я тоже в купальник могу переодеть. Ты тоже ребенок, окей. А, типа, если ты в купальник, значит, все можно в купальник. Вот ты, это статью можно получить, Антон. Так, все, я в купальнике. Богдан, ты? Погоди. Че за дичь, блин? Я сейчас выйду. Так, окей, ща, погоди. Смотри, какой. Апа! Ща, я тебя не вижу, стой. Я думаю, мебель поубирать. О! А почему ты не в трусах? О боже, так, я прячусь между этих. Уходи от меня. Господи, папа! Папа, пошел нафиг, папа. Смотри, крош, как танцует, боже. А я просто станцую. Как не стыдно, Лиза, я тебя понимаю, вот серьезно. Я здесь тоже как бы левый. Теперь давай выбирать, чей купальник тебе нравится больше. О, провокация. Какой Богдану нравится купальник? Антон, мы сядем за это видео. Я не здесь, я не участвую в этом. Сам выбирай. Давай, выбирай, какой тебе больше всего нравится. Сам выбирай. Мне нравится вот этот вот, значит, молодой человек с черными волосами. О. Ладно, вот эта вот бабушка вот эта, седовласая. Тебе не нравится, потому что она бабушка? Ну да. Ну ладно, это, кстати, твоя подписчица, которая пришла, Каркар, вначале говорила. Пока. А, в смысле, я думал, что типа ее ну ладно, пофиг. Смотри, давай теперь ты выбираешь, что угодно. Можно вопрос какой-то задать. Как вы относитесь к майонезу? Ты не любишь жирных? Нет, я люблю майонез. Мне нужны эти. По тебе не скажешь. Как вы относитесь? Как вы относитесь к майонезу? Ням. Пельмень. Пельмень с майонезом будет нормально. Кстати, слушай, да, она же пельмень. Пельмешки с майонезом. Ненавижу. Нафиг ее, нафиг, кикай. Третья не ответила. Да пофиг. Настя что-то печатает. Лишь бы это не моя сестра сейчас бы играла. Так, Антон, мне тут весело. Плов с мазиком. Ну, кикай. Кикаем вот эту вот БЦ. Смотри, у нас осталось две тёлки. Девушки. Нормально, ты как бы, все девушки твои, Антон, если так будешь называть девушек. Давай выбирать, короче, из двух теперь. Кого мы оставим? Можно просто их заставить продефилировать. Я видел это в фильме, там мальчик кричал: мама, я не хочу, чтобы они дефилировали. Ауф. Смотри, одна дефилирует. Как тебе? Как тебе ее трусы? Что я делаю со своей жизнью, Антон? Как тебе? Вот смотри, она такая прошлась, точку сделала вовремя, типа вот такая, типа показала свой купальник. Она как бульдозер прошлась. Ну это девушка. Смотри, БТР, блин. Теперь Настя. Настя ходит так. Ну, тебе как, тоже БТР? Фигня. Ладно, этот... Пинком под зад их обоих. Че тут голые ходят, хоть бы оделись, господи. Слушай, у них квадратные жопы какие-то, я только сейчас заметил. Да, Антон, давно тебя не было в Майнкрафте, заходи. А сам-то голый стоит тут. Ой, действительно, мы сейчас тебя кикнем с твоей же квартиры. Теперь только ты голый. А, ты тоже. Кто голый? Что еще за конкурс устроить? Кто первый выпрыгнет в окно? Плохой конкурс, Богдан, очень плохой. Очень плохой конкурс. Мне кажется, не будет победителя. А ты играл раньше вообще хоть раз? Нет. Слушай, давай вопрос придумаем. Какой можно вопрос задать? Давай попросим их побриться на лысо. Кто побреется на лысо? Если побреется, давай сразу ее победительницей сделаем и посмотрим на это все. Да мне... Да, без проблем. Что? Я что, дура на лысо? Все, нафиг ее! О, точно нафиг, уходи! Господи! Выгнать, все. Это победило. Потому что ура, топ-модель нашли. Поздравляем. Ты выиграла. Ты что чихаешь? Какой? Ты что? Я не чихаю, я дебаю. А я слышу.
Ой, они все чихнули! Они все чихнули только что! Они только что в игре все чихнули, я тебе отвечаю. Богдан, не оставляй меня здесь! Богдан! Богдан. Здравствуйте. Что ей можно подарить? Ты хочешь пощечину ей подарить? Нормально. Хочешь ей тоже какой-то приз вручить? Пинок там. Я знаю, кем ты будешь после того, как блогерская карьера закончится. Пикап, вот этот мастер, так курсы, сказать. Курсы продал. Курсы, да, курсы, бизнес-тренер по вебинар, отношениям. Вебинар по пикапу. Вебинар. Дай ей хотя бы пощечину, она выиграла, Богдан. Пощечину? Окей, так, без проблем, сейчас. Ну ты агрессивный, вообще никто не ожидал, Богдан. Какой сын, такой папа. Можно наоборот. Стоп, наоборот. Все, давай Насте поаплодируем. Аплодируй. Все, она у нас победила в конкурсе. Ну а на этом у нас, к сожалению, все. Первый сезон Аватарии у нас заканчивается. Больше Аватарии на этом канале у нас не будет. Мне очень понравилось снимать Аватарию. Мне очень важно читать ваши комментарии. Вам она очень нравится. Но я решил больше не снимать на этом канале Аватарию, к сожалению. Я решил перенести ее на второй канал, на котором чуть позже она будет выходить, когда я немножко отдохну от этого всего. Там будут выходить ролики по Аватарии. Ну а пока что, наверное, на месяц где-то Аватария, к сожалению, заканчивается. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.